Грандиозным праздником в Республиканском дворце народного творчества завершился традиционный радиофестиваль «Неиссякаемые родники», который вот уже в течение нескольких лет проводит Национальное радио Чувашии. Пожалуй, наряду с радиотеатром это самый долголетний проект наших коллег. Объяснение этому самое простое. Народное творчество, наши традиции и обычаи по-прежнему любимы всеми нами. Проект не раз получал грантовую поддержку Министерства информационной политики и массовых коммуникаций. В течение года творческая группа под руководством заслуженного работника культуры Чувашии, старшего редактора Национального радио Владимира Егорова, выезжала в районы республики и за ее пределы и записывала уходящую историю. В радиоэфире ежемесячно звучали родные имена, мелодии и напевы. Уже второй год подряд участниками фестиваля становятся народные коллективы из Татарстана, Башкирии, Ульяновской области. Там живет немало наших земляков. Коллектив у нас работает давно. Мы народные звания получили уже 30 лет назад. Репертуар у нас это все чувашские народные песни. И танцы. Ну и эстраду тоже поем в концертах. Чувашская музыка не смолкала на сцене дворца в течение нескольких часов. Зал был переполнен. А это еще одно подтверждение тому, как важно хранить искусство наших предков.